Изрядно удивились организаторы школьной агровыставки в Чебаркуле. Ученики местных школ принесли похвастаться растениями и овощами, которые вырастили дома на каникулах. Какова же была реакция посетителей, когда среди огромных кабачков и помидор нашелся гигантский куст конопли? Двухметровый каннабис вырастила дома семиклассница Карина Грунденталлер и не представляла, что ее смелый научный эксперимент может вызвать шок и внимание правоохранительных органов. Как объяснила школьница, этот куст вырастет в домашних условиях, и помогали ей в этом родители. Карина уверяет, взрастила куст без криминального умысла, лишь в качестве опыта. Из него изготавливают очень много всего. Около 25 тысяч разных видов, изделий из конопли. Но в госнаркоконтроле отмечают, что за любой взрослый куст конопли положено наказание. Ведь это культивирование наркосодержащего растения, статья 231 Уголовного кодекса. И наказание до 2 лет тюрьмы. Вскоре наркополицейские нагрянут в гости к Карине и ее родителям проверить, что дома выросло еще интересного.